Всем привет, друзья! Сегодня у нас 11 февраля в Анапе. Я вам хочу сказать, тут, конечно, такой шторм великолепный. И он очень-очень бурлящий, особенно если смотреть сбоку, как на сторону Малую Бухту надвигаются такие мощнейшие волны. Порой они действительно захватывают дух. Сейчас кажется, что их мало, и они такие маленькие, но на самом деле, ух ты, вот вам и волна. Стоишь тут такой, вроде как ничего не делаешь, и вас прилетает. На самом деле, все зависит от волны. Вот там, где у вас на горизонте белеет, вот там они достигают пика своей высоты, разгон набирают именно с того места. Там, конечно, невероятно. Я сейчас попробую чуть-чуть увеличить, чтобы вы примерно увидели, какой красоты там волны. Вот, совсем другое дело. Сейчас вы будете, видите, здесь волны и в одну сторону, и в другую. То, что называется, наверное, тягуном, никак иначе. Огромные волны, просто невероятные. Теперь вам зато лучше видно, что там творится на горизонте. То есть они реально в трех местах соединяются и очень в странной форме такой прибиваются на берег. Ух ты! Вы видите это дерево плавающее, маневрирующее на волнах? Представляете, какая там... Привет! Ты видел кусок дерева в море? Видел, дерево плавает? А представляешь, такое прилетит? Вот это страсть! То есть оно вообще, видите, как быстро передвигается, причем, я уверена, вес его огромный. Страсть, просто страсть какая-то. Но что там на горизонте творится, это великолепие, просто бесподобно. Сейчас мы еще подключим третий источник, это телефон. Надеюсь, он максимально приблизит, чтобы еще больше у вас было поглощения в этот мир волны и настоящий морской шторм. Еще погнали!